Да, слава богу, оно очень воспринимается хорошо, и американцы очень так как-то сразу. Оно действует. Тут как раз вот эти мысли теряются, они забываются, потому что просто шло какое-то там форма образования, крутилось, значит, там какие-то названия разные. Хотелось, значит, и Гороняна, и Гатова вспомнить. Ну и вот возникли эти джи-джи, джаз.